Двоих представителей Меджлиса, осужденных в оккупированном Крыму, освободили. Ахтема Чайгоза и Ильми Умерова выдали Турции. По словам Петра Порошенко, это результат договоренности с турецким лидером Реджепом Эрдоганом. Самолет с бывшими политзаключенными приземлился в Анкаре. В ближайшее время Чайгоза и Умерова переправят в Украину. По словам адвокатов, они полностью освобождены от уголовного преследования.